Всем привет, друзья, на канале Мусалим. Тигуан у нас на работе. Жидкие подкрылки делаем. Ну вот, таким образом у нас уже обработана арка. Полностью по всему периметру. Данный материал наносится не кисточками, под давлением с пистолета. Около 3 миллиметров получается у нас толщина. Служит он шумопоглотителем внешним от дороги, то есть вот этот шелест, биение воды, песка, камней по подкрылку, это все убирается. Ну и конечно же, как антикор, не скапливается какой влаги под материалом. Грязи. Сохнет довольно-таки быстро, через 3 часа можно спокойно автомобиль эксплуатировать. Ну и полное высыхание где-то 24 часа. Вот. И конечно же, на подкрылок наклеим дополнительно в подарок вам материалов. Вот так вот все выглядит на войлочный перед сборкой. Ну, приступаем к сборке. Всем спасибо. Пока-пока.